Сургутская гимназия «Лаборатория Салахова» признана одним из лучших образовательных учреждений России по подготовке детей к вузам. Знания, которые дают в этом учреждении, позволяют выпускникам успешно поступать на бюджетные места самых престижных в стране академий, институтов и университетов. Исследование провело крупное независимое агентство, ежегодно анализирующее уровень образования в российских школах. В год науки и технологий для оценки выбрано порядка 10 тысяч учреждений, где реализуются соответствующие программы обучения. В итоге определился топ-200 сильнейших. В этом списке оказалась и гимназия-лаборатория Салахова. Помимо основного и дополнительного образования, ее ученики получают опыт участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах высокого уровня, что в свою очередь сказывается на их конкурентоспособности. Они развивают креативное мышление, коммуникативные качества, умение ставить цели и выражать свои проектные идеи. Этому способствует и сильная материально-техническая база. А с начала нового учебного года там появится свой школьный кванториум. Мы выиграли конкурс на приобретение тех квантумов, которые будут входить в школьный кванториум. Это нано-квантум, энерджи-квантум и робо-квантум. Причем будет отдельно приобретен стол Пирогова с 3D-проекцией, по размерам, наверное, составляет мой стол, где дети, интересующиеся биологией, анатомией и впоследствии прогнозирующие свое профессиональное самоопределение в медицине, будут видеть организм человека в 3D-проекции и понимать, как работает тот или иной орган, то есть это и физиологические основы знаний. Это будет к 1 сентября.